Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас будет обзор покупочек с Wildberries, и не только. Обзор будет очень интересный, оставайтесь со мной до конца. Первое, что покажу, это вот такая интересная японская мочалка, стрейч. Девчонки в Телеграм писали, решила взять себе попробовать на Wildberries. Вот так она называется, от 150 до 180 рублей, до 190 даже, я за 180 с чем-то взяла, потом смотрю, подешевели. Девочки писали, что брали такие без ручек, жесткие мочалки, раньше фикси. И им очень нравится, я люблю на самом деле жесткие мочалки, эффект скрабирования, поэтому взяла вот эту. Еще в деле не пробовала, потом расскажу. Она действительно очень-очень жесткая и радует то, что она с ручками. Она тянется, действительно написано стрейч. В общем, интересно, то есть тянется только в длину, вот так вот в ширину практически не тянется. Она такая, видимо, строчка. Вот такие вот веревочки, интересная мочалка, кто такие берет, девчонки, напишите обязательно. Смотрите, какую красоту мне муж подарил на Новый год. Это не просто часы, как вы уже поняли. Сейчас буду совсем разбираться. И все вам расскажу. Это вот такая красота. Что у нас здесь с вами в комплекте? Зарядка. И еще один ремешок. Очень красивый. Я вот такой хотела. Посмотрите. Какая прелесть. Вау, красота. Я хочу такой. В комплекте здесь стандартный розовый, но красивый тоже. Инструкция. Так, и все. Сейчас буду читать, разбираться, пробовать и все вам рассказывать. Хочу попробовать сразу заменить ремешок. Вот так они выглядят с обратной стороны, да? И вроде как ремешок должен меняться легко. Смотрите, кнопочки есть даже такие. Да, ремешок меняется очень легко. Прям вот 2 секунды и все. И заменила. Ой, вот так вообще очень красиво. Зарядка в комплекте магнитная, как у всех подобных часов. Инструкции на русском нет, но все равно достаточно понятно разобраться можно. Здесь есть вот такой вот штрих-код, я его отсканировала. Сейчас загружается приложение для этих часиков. Будем смотреть. Включаются они нажатием вот на эту кнопочку, то есть часы сделаны вроде как, что тут поворотный механизм, но нет. И вот такой вот сразу циферблат. Так. Сейчас будем разбираться. О, какой функционал, слушайте. Обалдеть. Ничего себе. Теперь нам надо соединиться с телефоном. Сейчас пройду регистрацию в приложении. Пока разбираюсь в приложении, расскажу, что уже знаю о часах. Здесь классный зеркальный сферический экран. То есть он такой чуть-чуть выпуклый. И он реально зеркальный. То есть в него можно смотреться как зеркало. Это тоже плюс. Огромный. Белый керамический циферблат, классический, очень красивый, очень стильный. Я сейчас еще полазю, поищу какие-то циферблаты, вот, которые на картинке. Он прям очень красивый, вот этот вот. Производитель обещает стабильность вызовов. Я пока не поняла, но буду сейчас разбираться. То есть на моих часах, которые у меня сейчас, я на вызовы отвечать не могу. Я могу только смотреть, кто звонит. Здесь, судя по всему, можно отвечать на вызовы. Если это так, то это здорово. Попробую, посмотрю и все вам расскажу, поношу. И еще это музыкальный плеер у вас на руке, что тоже очень классно, очень удобно, здорово. Так, буду разбираться. Меню на русском языке, как бы все здорово, все в этом плане отлично. Ну что, мои хорошие, я поносила часики несколько дней, и у меня сложилось определенное впечатление. Я изучила весь функционал вдоль от и до, и теперь могу вам рассказать уже подробно плюсы, минусы, что к чему и почему, зачем. Смотрятся они, кстати, вообще, ну, шикарно, очень красиво, мне нравится. Этот ремешок блестящий вообще, супер. Так, теперь по функционалу, по плюсам и так далее. Мне очень нравится ремешок, он очень красивый. Это как какая-то ткань, она пришита к силиконовому ремешку, то есть он внутри вот здесь силиконовый. Это умные часы. Я не могу сказать, что это смарт-браслет, потому что обладает функциями телефона, да? Это действительно умные часы.
Все функции смарт-браслета здесь, естественно, тоже есть. Я установила себе вот такой экран, на нем видно, сколько калорий вы сожгли, естественно, время, сердцебиение, но сейчас они сняты, да, и видно число, то есть вот второе число. Здесь 5 родных дисплеев, наверняка можно скачать как где-то как-то еще, я пока не пробовала. Сейчас покажу вам по функционалу. Да, на звонки отвечать можно, можно разговаривать, можно с него звонить. Заходим с вами в меню, вот так у нас сообщение выдвигаются, а снизу вверх вот все сообщения из чатов. На сообщения ответить нельзя, да, я сейчас очищу. На сообщение ответить нельзя, его написать нельзя. Можно просто посмотреть, кто написал, где написал, что написал. Если это что-то срочное, да, достать телефон и ответить. Меню у нас свайп вправо получается, и здесь у нас просто функционал. Очень крутой, на самом деле, очень крутой функционал. У нас здесь есть, естественно, спорт, так же, как и в приложении. Про приложение немножко попозже расскажу. Занятия спортом, бег и так далее. Текущее состояние. Это три показателя. Это сколько шагов, сколько калорий, сколько километров. Вот так это выглядит. Чтобы выйти назад, мы смахиваем тоже обратно в меню. У нас есть кнопка SOS, то есть для деток тоже подходит. И вот сама функция телефон. Здесь у нас есть... переключатель Bluetooth на телефоне, можно отключить его. Здесь у нас есть номеронабиратель, то есть вот она клавиатура, тоже очень удобно. Здесь у нас есть история звонков, да, вот если мы кому-то хотим позвонить, мы нажимаем и набираем. Звонить можно, все отлично. Разговаривать по ним по типу громкой связи. То есть слышать будут все окружающие, да, если вы именно по часам хотите разговаривать. Здесь хороший динамик, качество передаваемого звука тоже потрясающее, я много раз проверяла. А в помещении слышно очень хорошо, здорово, замечательно. Если кто-то вам позвонил, когда вы на улице, то уже нужно будет подносить к уху и, как бы говорится, и слава богу, да, потому что я не горю желанием, чтобы все вокруг слышали, о чем я разговариваю, грубо говоря, да. Но очень удобно, очень здорово, динамик очень хороший. История звонков и адресная книга. Сюда можно перенести 100 контактов из телефона, что как бы я и сделала. Что у нас с вами интересного дальше? Фокус, фокус, фокусируйся. У нас дальше с вами пульс, у нас дальше с вами сон, а здесь очень хорошая функция есть в приложении установить время, когда вас часы не будут беспокоить. То есть, если вы спите с часами на руке, я, допустим, установила с 9 вечера до 9 утра, чтобы меня не беспокоили, да, потому что мне не нужно, я Крис укладываю в это время, чтобы они вибрировали, но я их все равно на ночь снимаю, и они меня так и так не беспокоят. Но, тем не менее, чтобы не жужжали, ничего, да, устанавливайте любое удобное время, и все отлично. У нас здесь с вами еще есть функция кислорода в крови, погода, музыка, то есть работают часы, могут как такая маленькая колоночка. Вы на телефоне включаете музыку, включаете, может быть, видео даже, и у вас отображается, звук идет из часов. Есть здесь функция, включаем ее, мультимедиа в настройках сейчас покажу, и у нас все звуки с телефона воспроизводят часы. Также она отключается. Здесь есть будильник, частота дыхания. Да, дыхание, голосовой помощник. Мы командой на часах можем задать какую-то команду, и у нас это все воспроизводится. Это очень круто. Здесь есть игра. Одна игра, игра птиц, вот такая вот интересная. Вот как она выглядит, когда нечего делать, как бы можно так побаловаться. Дальше, дополнительные возможности. Здесь есть секундомер, здесь есть таймер, функция найти телефон, фонарик и калькулятор. Вот так выглядит фонарик. В темноте очень-очень ярко светит калькулятор деткам в школу, да? Дальше настройки. Самое интересное здесь. Номеронабиратель. Это экраны. Это всевозможные экраны. Мне вот этот понравился. Но на нем не видно процент заряда, да? А на других, не на всех, кстати, видно. Ну, то есть выбираем тот, который нам больше нравится, тот, который нам удобней. Номеронабиратель, да? Вот какие здесь есть. Вот сейчас, если мы установим, мы увидим, какой у нас процент. 56%. Про заряд сейчас тоже все расскажу. Возвращаемся обратно. Сейчас покажу вам все дисплейчики, которые здесь есть. Так, вот такой. Вот такой золотистый, красивый. Вот такой розовый мне тоже очень нравится. Тоже процент отображает. Вот такой обычный, лаконичный. Вот такие часики, которые в самом начале по умолчанию стояли. И вот такие. То есть всего 5 у нас с вами экранов. Выбираем тот, который нравится больше всего. Просто нажатием вот он у нас остается на экране. Дальше в настройках, что у нас с вами интересного, листаем. Часы по типу Apple Watch. Здесь можно тема вот установить как список, как у меня. Вращение. Это вот так. У нас все меню будет вот так вращением. Да? И можно установить иконки по типу Apple Watch. Сейчас покажу. Так,
тема соты. Вот, то есть вообще вот так. Мы с вами двигаем экран, и у нас здесь все меню. Интересно очень. Мне удобнее всего список, поэтому у меня всегда список. Здесь мы можем установить яркость. У меня стоит сейчас на самом минимуме, и видно было на улице, и везде просто шикарно. Вот на максимуме. У меня стоит на самом минимуме, потому что и так отлично видно. Тайм-аут экрана. То есть устанавливаем. Какой? У меня 15 секунд стоит, мне так удобнее. 10-15 секунд, то есть как вам удобно. Настройка звука. То есть если мы включаем рингтон, у нас с вами все звонки на часах, будет играть мелодия. Интересная такая мелодия, спокойная, хорошая, достаточно громкая. Если мы нажимаем включить звук мультимедиа, то все мультимедийное, что есть на телефоне, воспроизводится в данный момент, будет воспроизводиться на часах. У меня это все отключено, у меня звонок проходит вибрацией. Если мы все это отключаем, то часики просто вибрируют. Мне так удобнее. Настройка звука, информация, это модель часиков, вот, Watch LoRa модель и версия какая. Сброс, загрузка приложений, и можно установить пароль. Очень удобно, очень замечательно. Бренд называется Kaislect. Я не знаю, это то ли дочерняя компания Huawei, то ли Xiaomi, кто как говорит, но мне все равно на самом деле, и продаются они только в DNS. Я вам ссылочку оставлю, а также оставлю ссылку на магазин продавца в Фейсбуке. Так, функционал мы разобрали вам по приложению. Приложение тоже очень-очень удобное. Есть все, все на русском языке, все замечательно, но очень простое. То есть, если вы хотите такие часы подарить кому-то, ну, кто в возрасте, прям тоже будет хороший подарок. Во-первых, здесь достаточно большой шрифт. Приложение, прям вот функционал очень простой, очень красивый, очень удобный. Я вам сделаю здесь сбоку вставочку, как выглядит меню в приложении. Там и по спорту, кто занимается спортом, очень много функционала. И по самим часам все отлично, все замечательно, можно настраивать все через приложение. По заряду я носила 4 дня часы, они у меня так не разрядились, хотя они пришли не полностью заряженные, да, но они 26% я их поставила, все, они заряжаются, просто с той целью, чтобы проверить, как быстро они заряжаются, как работает зарядка, ну, все как обычно, магнитная зарядка, да, и заряжаются достаточно быстро, то есть они у меня сейчас минут 10-15 полежали до 50 с чем-то процентов, то есть так я их и не смогла разрядить, не дождалась, уже хочется вам про них рассказать, да. Вибрация на этих часах очень деликатная. Допустим, в отличие от моих предыдущих часов, вибрация на руке очень деликатная, такая нежненькая, но тем не менее вы ее ощущаете. В моих предыдущих часах вибрировала так, что когда я укладываю днем Крестюшу, аж диван весь вибрирует, она все время подпрыгивала у меня. Не очень было удобно, приходилось их или снимать, или отключать. Здесь очень деликатная, нежная вибрация. То есть о сообщениях, о звонке все прекрасно, вообще все замечательно. Загораются они, как всегда, когда вы их подносите к лицу, то есть они у вас на руке, и вы вот так их поднимаете, и у вас загорается дисплей, как и все, собственно говоря, умные браслеты. Плюсы, отличие от умных браслетов любых, да, то, что по ним можно разговаривать, это на самом деле круто. Экран здесь классный, то есть если даже смотреть со стороны вот под наклоном, то все видно, все здорово, мне это нравится. Он такой слегка выпуклый, корпус металлический, они не легенькие, он прям такой вот, не знаю, металл, красивый, и немножко выпуклое вот это стекло, большое, классное, удобное, экран здоровский, вообще в этом плане все отлично. Но про ремешок я вам уже сказала, тоже никаких нареканий нет. С учетом того, что все эти дни я лазила, изучала часы, пробовали по ним, звонились с Ксюшей там из разных комнат, изучали все вот это дело, держат заряд они очень хорошо, никаких нареканий нет. Не слетают с приложения, всегда в коннекте с телефоном. Я пробовала перезагружать телефон. Вот если с прошлыми часами я когда перезагружаю телефон, у меня рассоединяются. И когда телефон перезагрузился, они начинают соединяться. Да? Здесь нет, здесь все запускается автоматически. Когда я загружала приложение, сразу в приложении этот пункт был. То есть в фоновом режиме, чтобы оно работало. И когда перезагружаю телефон, то есть ничего мне заново коннектить не нужно, все сразу само собой соединяется, что тоже очень отлично. Поэтому для себя я пока минусов никаких не нашла, разве что на сообщение отвечать, но тогда и телефон не нужен был, скажем так, да. Так что мне очень нравится. Я прям в восторге. Гораздо больше функций, гораздо интереснее, гораздо красивее, чем предыдущие часы. Я прям радуюсь, да. И датчики показывают тоже очень корректно. Я проверяла, да, действительно показывают корректно, пульс показывают корректно, все в этом плане здорово. Поэтому в часах пока минусов не выявила, а стоят они так же, как и мои, допустим, предыдущие часы. Вы видели их, знаете, там, что за марка, я не буду сейчас озвучивать. То есть цена вопроса, ну, вообще адекватная совершенно. Вот у меня у знакомой такие часы, она тоже может по ним разговаривать. У нее телефон Samsung, и часы покупали специализированный Samsung. Да, они стоят 20 с чем-то тысяч. То есть функционал абсолютно такой же. Также по ним разговариваем, все так же работает, заряд держит хорошо, все здорово, все замечательно. Если какие-то вопросы у вас остались, обязательно пишите, расскажу. Может, что-то забыла сказать, указать, да.
А пока перейдем к следующим покупочкам. Ссылочку я вам оставляю на часики. Еще одна очень интересная покупка, тоже девчонки в Телеграм писали. Это вот такой вот массажный коврик для ног. На Вайлберс взяла. Да? Где у нас тут наклейка-то? Вайлберс что-то нет. А, тут пленочка еще сверху была. Их таких на самом деле много. Вот так выглядит коробка. Здесь 8, по-моему, режимов и 19, типа как скоростей. Made in China. Их очень много на маркетплейсах, на самом деле. И цены тоже совершенно различные. Это мягкий коврик, он такой как... Не знаю, как Эва, по ощущениям. То есть, видите, он гнется, вот такой вот коврик. И воздействует он на наши ножки микротоково-импульсным магнитным полем, скажем так. К нему прилагается вот такая круглая штука. Девчонки писали за 1400, в Телеграм там взяли, да? А я нашла за 600 с чем-то. Там всего 3-4 отзыва, но все хорошие. Я подумала, зачем я буду переплачивать, потому что, ну, магазины раскрученные, Wildberries Озон, они, как правило, цены задирают, потому что у них уже отзывы хорошие, все отлично, отзывов много. А тот, кто впервые начинает продавать эти коврики, естественно, у них пока цена адекватная. За 500, по-моему, дешевле всего я нашла. Надо смотреть, и на Wildberries, на Озон где-то бывает дешевле. Но решила самый дешевый не брать, взяла за 600, за 600 с копейками. Вещь классная. На самом деле, сразу скажу, что мне понравилось. И я даже начала уже видеть эффект спустя 3 дня. Вот эта штука, она заряжается от USB. От обычного, классический USB, не Type-C, а просто USB, да. А, заряд один раз заряжали, просто так пробовали, не разряжал еще ни разу. Здесь вот такие вот кнопочки, как на одежде, да. Мы присоединяем сюда эту штуку, вот так до щелчка, оп, все. И потом включаем, выбираем режим. Руками скажу сразу, что как-то очень прям вот ощутимо на первом режиме. Ногами все комфортно. Включаем на плюс. У нас здесь сразу автоматически первый режим. Коврик, вот эта штучка загорается, да. Мы с вами выбираем режим. Вот я всегда делаю на единичке, и мне прям этого очень пока достаточно. Все остальное для меня сильно. И выбираем режим. Здесь их 8. То есть где-то, не, знаете, эффект на что похож? Такое... Чуть-чуть покалывание, смотря на каком режиме, как постукивание ноги, как будто местами сжимает вот в тиски, да, но ножки расслабляет вообще на ура. У меня вот эта вот пяточная шпора, которая меня уже замотала, и, наверное, скорее всего, начинается плоскостопие, ступни болят, когда долго сидишь и встаешь, и с утра, когда встаешь, делаешь несколько шагов, все, все проходит. То есть поэтому я не люблю сидеть, не люблю лежать, мне надо все время двигаться, тогда ничего не болит. Движение – жизнь, да. И я вот с этой всю пяточной шпорой, я вот подумала, что мне это надо, в отзывах пишут, что помогает. И через 3 дня могу сказать, что сегодня вот уже вставала с утра и меньше всего болела, вот менее болезненные ощущения. Теперь мы с вами выбираем режим, они разные, где-то бьет часто, где-то такой вот волновой, как бы импульс, где-то сильнее, где-то слабее, вот кнопочкой M, видите, мигает. Мы с вами выбираем режим. Ставим ножки и сидим, где-то минут через 10-12 он выключается сам. То есть мы все думали, гадали, сколько по времени, потому что инструкцию сразу выкинули, сколько по времени можно делать массаж, да, где-то минут вот... 10-12, он выключается сам. Выбираем комфортный режим. Кому-то и на двоечке хорошо, кому-то еще на каком-то режиме. Ну, в общем, вот смотрите, их тут сколько? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, да, 18. Мне пока на единичке, я пока так не рискую. А руки даже на единичке, это прям очень сильно ощутимо, тоже все вибрирует, все трясется. Ну, интересный на самом деле эффект, буду пробовать дальше, если вопросы какие-то тоже возникли, обязательно спрашивайте, расскажу поподробнее. Так, покупку считаю интересной и нужной. Противопоказанием является наличие кардиостимулятора, там написано, и что-то еще такое вот, ну, не сильно важное. Ну и на этом все, мой хороший ролик буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если какие-то вопросы остались, обязательно спрашивайте. Ссылку на часы оставляю под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.